мы находимся в ботаническом саде. Это выставка засушенных цветов. То есть, смотрите, все это высушенные кветочки и растения. Кветки такие, вот все эти. Насильный такой. Есть кветка, есть это насильный. Вот что тоже, вот такие засушенные кветки. Вот такие. Вот такие кветочки. Треугольники. Зимой. Сегодня 26 студеня. Видно, подписано его достаточно. Называется «Гелия Хрибун». Написано «Гелия Хрибун». Кветка. Некие матросы похожи. Thank you.
Я в окне посмотрю.